Итак, друзья, нагулявшись по олимпийским объектам, сделав уже немыслимое количество кругов по местным улочкам, осмотрели мы практически все, побывали в парке аттракционов, единственное, детей нет, на колесах не катались, на аттракционах не участвовали. И вот у нас остались силы, и мы решили посетить парк Южные культуры. Были там 100 лет назад, еще до Олимпиады, когда этот парк стоял в разрушенном состоянии. В начале 2000-х по нему очень хорошо прошелся смерч. Часть деревьев была искалечена. В общем, неприглядно выглядел этот парк, но к Олимпиаде его привели в порядок и до сих пор постоянно отстраивают. В этом году даже создали какое-то световое шоу, но это надо поздно вечером туда идти смотреть. Так что рекомендую. Очень красивый парк. Так скажем, по моему мнению, он достойный конкурент сочинскому дендропарку. Дороги, как видите, днем практически свободны, машин нет. Так что мы спокойно, не торопясь, сейчас выйдем на трассу, которая ведет из Адлера к абхазской границе, и поедем в сторону Сочи. Но даже до Адлера не доедем, свернем к парку Южные культуры.
Мы совсем немного проехали по этой трассе, и вот нам уже пора поворачивать. Проехав вот такую хитрую развязочку, мы заезжаем в поселок, окружающий парк Южной культуры. Ну, раньше здесь жили сотрудники. Теперь не знаю. Может, дачи какие-то, а может, и продолжают жить старики. Вот мы приближаемся к центральному входу в парк. К сожалению, специальной стоянки здесь не предусмотрено как таковой. И на большой наплыв посетителей парк, увы, не рассчитан в этом смысле. Так что сейчас мы найдем, куда приткнуться. И начнем нашу прогулочку. К сожалению, здесь полноценно работает только ГАИ, знаками обвешано все. И хочется все-таки, не нарушив, оставить свою машину. Ну вот, приткнемся вот так вот. А вот и начало нашего обзора. Такая вот красивая старинная арка. Рядом, уже на входе, расписано, что где есть забытый парк Южной культуры. На территории можно купить сувениры и мороженое. При входе стоит бюст основателю Драчевскому Даниилу Васильевичу. Дальше в укромном уголке памятный знак рабочим совхоза, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориальная доска была установлена в 1965 году.
Так что из этого можно понять, что южные культуры это был совхоз в Адлерском районе. Практически над парком в аэропорт Адлер идут на посадку самолеты. И вот центральная аллея. Каждое растение здесь имеет табличку с названием. Так что особо ботаником быть не стоит, чтобы гулять здесь. Просто гуляем, читаем, смотрим, наслаждаемся природой. Гуляя здесь, по крайней мере, узнаешь все названия пальм, которые здесь растут по улицам. Все увешанные семенами пальмы. Вот первая развилка. На пути к гроту и к пруду два вот таких балкончика, на которых можно посидеть, отдохнуть, полюбоваться окружающей природой. Розы уже отцвели, от них остались только стебли. А вот там вот Американская бухта, так называемая, порт, здания жилые. В общем, море теперь не видно. Раньше отсюда был хороший вид на море. Итак, начинаем спуск.
Слева видим бамбуковую рощу с автографами. Характерный шелест бамбука. И вот, спустившись по красивой лестнице, мы выходим к каскаду прудов. Ну как без самолетов обойтись здесь? Здесь вот находится какое-то техническое сооружение для управления прудами. На противоположном берегу видим лебедей. А в пруду видим, пока никого не видим, вон там кого видим. Черепах. Красивые такие вещи. Вот это маленький детеныш, а была такая прям большая. Они плывут, вот раз, сейчас раз, воздуха хлебнет и опять сейчас будет плавно. Видишь, как? Сейчас я привет, плывет. Раз. Оп. Нет, не понравилось. Три. Что-то собирает. Вот такая большая. Приятель. Убегает. Значит, не совсем приятель, да?
Сейчас проследим за приятелем. А вон, смотри, на отмеле большая лежит. Вон вдали, около лебедя белого. Идем дальше вдоль пруда. Пересечь далеко, поэтому точно идти если по земле долго. Например, надо съесть форель. Угу. Я себе там сейчас съем, просто, пожалуйста, немножко съем. Сейчас попробуем. Если не красный, то пробуем. Дети маленькие наблюдаем. Черепашка. Черепашка не может приводиться, приземлиться. Вот они на чеку уже. Они уже на чеку, видимо, знают. Не там же плавают. А там кто с кем встретился? Да, вот я смотрю, думаю. И рыбы там, по-моему, кучают. Ох ты, клюк. Черепашкам здесь не достанется ничего. Сейчас черепаху съедят. А этот обижает, смотри. Это, наверное, детеныши такие. Thank you.
озеро. Смотри, травку с водичкой. Травинку берет и водичкой запивает. А друзья спят. Вот по такому восстановленному мостику переходим в старый, так скажем, еще не до конца восстановленный парк. А это что за растение у нас красивое? Сразу дорожки кончаются асфальтированные, но растения от этого хуже не становятся. Смотрите, какая красота. Вот такое уникальное произведение местных рукожопцев. Надо же использовать бамбуковые стволы. Вот такие вот красивые заграждения делают. Handmade. Старинный платан. Thank you.
сделали новую проходную в районе порта. Во, лавра вишни, видишь, как постригли, были кусты здоровые, а теперь а-ля клумбы. Вот. Сейчас, оказывается, здесь проходит какой-то мультимедийный то ли экскурсия, то ли что называется, оживший парк. Случайно заметил на дереве вот эту интересную птичку. Что за птица, я не знаю. Подскажите в комментариях, если знаете. А далее я ее подстерег и немножко последил за игрой двух этих птичек. Интересные, людей почти не боятся. Этот участок сада называется Малый Партер. Красавец, красавец.
Вот такой вот он, малый партер. Отвлекся на птиц ненадолго. Видите, какие здесь цветы цветут. Розочки растут. А это что за цветы такие? Рощица банановых пальм и пруд с кувшинками. Потом еще пройдемся в Сенеса, узнаем, когда купим много хлеба, придем кормить. Он еще бы она тебя не цапнула. Ты видела, как они питаются? А вон и большая мама всплыла. Тут еще больше есть. А вон прямо. Кувшинки. Ой. А кто это там на одной ноге стоит у нас? Кто это гимнастикой занимается у нас? Что за курица? А вон там вторая. Видишь, чуть-чуть? Вижу, вижу. А какая курица. Перепела. Думаешь? И неизменные самолеты. А вот наши кувшинки. Там птенчик маленький, совсем сидит. А он какая большая черепашка. Ага. Все, мы прощаемся с парком Южной культуры. Вон на входе какую штуку установили. Птицы отпугивать, наверное, чтобы семена не клевали. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.